ремонтной винтомоторной группы, приводимой в движение 8 электромоторами. Данная летающая лаборатория предназначена для исследования методов улучшения взлетно-посадочных характеристик самолета за счет активного обдува несущих поверхностей. Все эти 8 электромоторов по 4 с каждой стороны на нижней кромке крыла. Вы сейчас увидите, когда этот прекрасный самолет, лаборатория поднимется в небо, ТВС-2МС. За счет включения этих дополнительных электромоторов идет дополнительный обдув нижнего крыла, и сейчас мы увидим очень короткий разбег на взлете. Именно там, где находится основная масса зрителей сегодняшнего дня авиатолона «Макс», и совершает взлет ТВС-2МС, летающая лаборатория с работающими, или поднялась в воздух прямо сейчас, а впервые она это сделала 29 марта этого года в рамках реализации проекта по созданию демонстратора транспортного беспилотного летательного аппарата сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой и активным обдувом несущих поверхностей. Эта разработка получила шифр «Партизан» и выполняется институтом с 2019 года по заказу и финансовой поддержке Фонда перспективных исследований. Помимо СИБНИА в проекте принимает участие отечественная компания «Спецтехника». Она занимается разработкой системы автоматического управления. На текущий момент по проекту проведен большой объем экспериментальных исследований моделей в аэродинамических трубах, а также натурных полетов в летающей лаборатории для исследования эффективности распределенного обдува крыла. Испытание, которое выполняется абсолютно безопасно, без риска для сваливания, абсолютно устойчив в полете. Вот, обратите внимание, в неподготовленных площадках размером всего 50 на 50 метров, чтобы 40 препятствий. 15 метров. Первый экземпляр данного модуля, который демонстрирует ключевые технологии проекта. Дополнительные воздушные винты и распределенные электрические силовые установки на нижнем крыле. Напомню, ты лучше не будешь наблюдать. По 4 с каждой стороны. Директор СИБНИА. И рядом с ним Игорь Масейкин. Основным преимуществом летательного аппарата самолетного типа перед вертолетной схемой является простота конструкции, меньший расход топлива, более высокая скорость и дальность с ограниченных площадок и полет с высокой топливной эффективностью. Имеет, согласитесь, особую актуальность для нашей страны в связи с необходимостью доставки людей и грузов в удаленные, труднодоступные районы. Буквально считанные сантиметры остаются до касания взлетно-посадочной полосы. И обратите внимание, какой будет короткий промех у этого самолета. Буквально на одном месте он останавливается. Поаплодируем создателям